Что ценовые все мы нажимали. А сколько так вообще примерно стоила такая этот? Ну, полноценная вот такая вот, допустим, картинка. В смысле, не понял. Ну вот марки, вот набор вот. Ну, на... Этот набор вот этот? Да, 180 гривен корабль. Это марка, конверка. Вот уже набор, это интересно. Как фотографировал? Боев это 160 гривен набор. Это марка, конверт и открытка. Если бы я собирал марки, то да. Вот так. Ну, примерно сколько было стоить? Понятно. Это вообще специфическое получается. Ну да, это прям модно, блин. Это только если кто-то из этой... Для вот этих мужиков она ценная, которые там на фотографии. Для остальных, я думаю, что она нафиг никому. Это же ректор этой академии. Да ну, я же говорю. Эти покупают, потому что люди везут сейчас их за границу на подарки. А-а-а. Вот это единственное, почему они сейчас тут что-то стоят. А так они нафиг никому не нужны. Да. Их покупают, вот, у меня покупают их в основном, кто едет туда на подарки. Вот на прошлых выходных человек куда-то ехал на переговоры, он купил цель.